Идеальная жизнь семьи Уитакер разлетелась, как карточный домик в одно мгновение. Каждый новый виток этой истории лишь обнажает страшную правду, которую до последнего невозможно принять. Кентон Уитакер был очень счастлив в семейной жизни. Он познакомился со своей будущей женой Тришей на свидании вслепую, когда ему было всего 20 лет. Он рассказывал, что влюбился в девушку с первого взгляда. В тот момент он подумал, что хочет провести с ней всю жизнь. Вскоре последовала красивая свадьба. Триша была учительницей начальных классов, добрая, мягкая женщина, окружавшая всех вокруг себя заботой. У Кента был свой строительный бизнес. В знаменательную праздничную дату 31 декабря 1979 года у семейной пары появился первенец Томас Бартлетт или Барт. Через 3 года появился второй сын по имени Кевин. Триша любила детей. Именно любовь к детям послужила мотивом к выбору ее профессии. Барби Харрингтон и Пегги Маклейн, близкие друзья и коллеги Триши, знали, что стать мамой – ее настоящее искреннее желание. Поэтому, когда у женщины появились свои дети, единственное, что она хотела на тот момент, по ее же словам, это быть хорошей мамой. Она оставила любимую работу и занималась только воспитанием собственных детей. С мужем они переехали растить сыновей в Шугарленд, штат Техас. Это идеальный тихий пригород в 40 минутах к юго-западу от Хьюстона. Здесь все безупречно. У всех большие красивые дома, хорошая работа, дорогие машины. Все как в американской рекламе, где с предлагаемым продуктом представляют нам образ эталонной семьи. Соседи за белым забором проводят пятничный вечер с барбекю на ярко-зеленой, ровно стриженной лужайке. Все вместе украшают пригород на праздники, приглашают друг друга на дни рождения, Рождество и прочие знаковые даты. Именно в такой, возможно, даже рафинированной и приторной среде росли мальчики Уитакер. Кевин был физически сильным подростком. Занимался в нескольких разных секциях – гольф, бейсбол, спортивная гимнастика, был очень популярным и общительным. Старший сын был очень обаятельным, с отличным чувством юмора. Все вокруг считали его крутым, особенно друзья Кевина. Он был для многих примером. Больше всего Барт обожал ездить на велосипеде с Кентом. В эти поездки они говорили обо всем на равных. Вместе с отцом они преодолели почти 40 тысяч километров. Были и в пустыне, и в горах, в местах, где снег лежит почти круглый год. Ездили по лесам, пересекали целые штаты, были в Канкуне в Мексике. Барт хорошо учился в школе. Вскоре после ее окончания он определился со своей будущей карьерой, выбрав Государственный университет Сэма Хьюстона, уголовно-правовая специализация. Он мечтал о юридической карьере. Это очень престижное образование. Словом «престиж» вообще можно описать всю жизнь семьи. Кент говорил, что на тот момент они были счастливой семьей, пока не случилось следующее. В начале декабря 2003 года Барт сообщил родителям, что успешно сдал последний выпускной экзамен. 10 декабря по такому прекрасному поводу вся семья Уитакер отправилась в ресторан. Это был один из самых счастливых вечеров за последнее время. Кент и Триша очень гордились сыном. Официанты, узнав повод празднования, написали на тарелке «Поздравляем». Но главным сюрпризом был дорогой подарок от родителей – часы Rolex. Кент знал, что Барт мечтал о них уже несколько лет. Улыбка не сходила с его лица. После прекрасного ужина с шампанским, свежими морепродуктами и десертами семья направилась домой. Входную дверь открыл Кевин и первым зашел в дом.
Вдруг неожиданно прогремел выстрел. Младший сын тут же упал перед ногами следующей за ним матери. Пораженная женщина успела только произнести «О, нет!». В эту же секунду звук повторился. Она рухнула рядом. Дверь была распахнута. Перед Кентом и Бартом стоял мужчина. Лицо его закрывала лыжная маска. Теперь он целился в отца семейства. Следующим выстрелом сразил и его. Кент моментально оказался на полу. Он вспоминал, что пуля вошла в плечо. Это было похоже на очень сильный удар. Боли в тот момент он почти не чувствовал. Страх овладел им, когда он услышал четвертый выстрел, который предназначался теперь его старшему сыну. Он поднял глаза и увидел истекающего кровью Барта. Тот сжимал в руках мобильный телефон, набирая 911. Оказалось, что Барт буквально напрыгнул на стрелявшего, получив при этом пулю также в плечо. Он сумел вырвать пистолет. Где теперь был нападавший, неизвестно. Кент вспоминал, что почти сразу услышал сирены где-то вдалеке. Это придало ему сил. Он слышал, как стонала от боли рядом его жена, но не мог даже пошевелиться. Он не знал, где Кевин, не знал, где Барт и что с ними. Кент мог только молиться. Он до сих пор помнит, о чем просил тогда. «Если мне пора умереть, я готов, все нормально, но, пожалуйста, защити мою семью». Был вызван спасательный вертолет, прежде всего для Триши. Она находилась на грани жизни и смерти. Кент услышал от полицейских, что есть один труп. Он понял, что кого-то из сыновей уже нет в живых. В это позднее время улицы наполнились обеспокоенными соседями. Многие слышали выстрелы, теперь видели машины с мигалками у подъездной дорожки дома семьи Уитакер. Такого никогда не было в этом районе. Девятнадцатилетний Кевин, чья жизнь была вся впереди, красивый и добрый парень, был застрелен на пороге своего дома. Он лежал в луже крови. Прибывшие медики ничего не смогли сделать. Кевин умер, мгновенно получив пулю в грудь. Триша, Кент и Барт, оставаясь еще живыми, были экстренно доставлены в больницу. В больнице Кент пришел в себя и увидел своих родителей. Он сказал тогда: «Мне кажется, моя жена умерла, это так? Скажите мне правду». Родители ответили, что да. Его родная Триша скончалась. Она умерла прямо в вертолете, не добравшись до больницы. В один день, который так хорошо начинался, Кент потерял своего сына и супругу. Пегги Маклейн, подруга Триши, говорила: «Я потеряла подругу, которая научила меня, как быть лучшим учителем и лучшей матерью. Она была просто очень хорошим человеком, и я так по ней скучаю». Барт, как и Кент, был ранен в плечо и лежал рядом. Кент посмотрел на него и решил, что будет оставаться сильным для своего старшего выжившего сына. В это время в доме семьи Уитакер работали криминалисты. Был найден 9-миллиметровый пистолет Glock. На нем не было отпечатков, на стрелявшем были перчатки. Одна из перчаток была обнаружена на улице на бордюре рядом с проезжей частью. Не было никаких свидетелей. Никто не видел, как злоумышленник пробрался внутрь дома. Также никто не видел, как он покинул дом.
Изначально, без определенных деталей, все выглядело как кража со взломом. Видимо, для грабителя семья вернулась домой с ужина неожиданно. Как правило, в таких преступлениях работает группа преступников, и один находится на чеку и сообщает заранее, что семья возвращается домой. Второй человек, находящийся в доме, старается быстро покинуть место преступления. Даже если человек работает один, при грабеже он крайне редко применяет оружие, а тем более убивает несколько человек. Но все же такое случается чаще всего в панике. Возможно, вор посчитал, что иного выхода нет. Дом не был взломан. Что показалось странным, детектив Маршал Слот заметил в спальне Кента и Триши ящики комода и шкафа были открыты все на одинаковом расстоянии. Очень аккуратно. Обычно грабитель достает ящики целиком, кидая их на пол. Так гораздо удобнее и быстрее посмотреть, есть ли там какие-нибудь дорогие вещи. Ни один из ценных предметов внутри дома не был перемещен. Электроника и украшения оставались точно на своих местах. Самое главное, что вызвало подозрение – орудие убийства. Это пистолет семьи Уитакер. Сейф для оружия был взломан. Он находился в изолированной части дома в комнате Кевина. О нем нужно было знать, никак иначе. Детектив Слот был уверен, что кража была сымитирована. А теперь вспомним про маленький уютный пригород, где жила семья. Казалось, что здесь не может быть зависти, ведь все жители находятся примерно на одном довольно высоком уровне жизни. В таких местах с соседями делятся многим. Все соседи вхожи в дом. Праздник одной семьи – это часто праздник для жителей рядом. Если причина не в деньгах и кража не настоящая, то, вероятно, это месть. И, возможно, кто-то из местных совершил это. Быть может, Кевин кому-то сказал и даже показал, что у него есть пистолет, что он хранится в его комнате и находится в его распоряжении. Необходимо было ближе познакомиться с семьей Уитакер и их окружением. Правда оказалась намного хуже, чем сначала детектив мог себе представить. Происходит то, что сбивает полицию с мысли о мести. Вероятно, это все же кража, но совершенная неопытным вором. Дело в том, что буквально через сутки в этом же маленьком пригороде ограбление повторяется, но обошлось без жертв. Через такой маленький срок, когда вся полиция стоит на ушах и в этом же месте. Что за отчаянное поведение, видимо, действительно новичка. Неизвестный поздним вечером забрался в дом недалеко от дома Уитакеров. Достал пистолет и начал угрожать двум мирно сидящим в гостиной хозяевам жилища. Он требовал отдать ему все ценное немедленно и сложить в его рюкзак. Затем он выскочил из дома и побежал. В тот вечер полиции удалось выследить убегающего преступника. Они начали преследование. Преступник, окруженный полицией, спрятался в гараже одного из домов, но поняв, что выхода нет, застрелился. Подозреваемый в убийствах был идентифицирован. Это был 20-летний Джером Литтем Браун. Джером уже имел проблемы с законом. Он отсидел срок за торговлю запрещенными веществами. Необходимо было выяснить, имеет ли он отношение к стрельбе в доме Уитакеров, или все это лишь очень странное совпадение. Были вызваны специально обученные собаки. Свяжут ли они по запаху перчатку, найденную у дома на улице? И пистолет, из которого были совершены все 4 выстрела, с этим молодым человеком. Если хоть раз задеть какой-либо предмет, то на нем навсегда останется запаховый след, как в деле Дебби Дайкос. В качестве анализатора используется орган обоняния – нос специально подготовленной служебной собаки. Несколько собак работали с полицией, и ни одна не почувствовала связи. Если доверять собакам, то получается, что Джером не имел никакого отношения к расстрелу семьи.
это действительно просто совпадение. 14 декабря 2003 года полиция просит Кента и Барта вернуться домой. Прошло всего несколько дней, и отцу с сыном пришлось пережить все заново. На видеозаписи, сделанной полицией, они показывают, как все произошло. Вообще, Кент и Барт очень помогали следователям и были вовлечены во все процессы. Через несколько дней после того, как Триша и Кевин Уиттакер были застрелены, на прощание с ними собралось более 1000 человек. Каждый из них был потенциальным подозреваемым. Чуть позже полиция, изучая приближение семьи Уиттакеров и их самих, узнает следующее. Оказывается, Барт не был выпускником. Он был первокурсником. Учился он плохо, много прогуливал. Деканат склонялся к тому, чтобы отчислить Барта уже с первого курса. Полиция решила сразу же рассказать Кенту об этом. Барт сказал отцу, что очень боялся признаться в этом родителям. Как он говорил, он всего лишь навсего боялся, что его идеальная семья разочаруется в нем. Отец был в ярости. Но скорее из-за того, что теперь любая ложь будет фокусировать подозрение на Барте. В самом начале полицейские уже подозревали самого Кента. Кент жаждал возмездия, а теперь полиция начала крутиться вокруг его единственного выжившего сына. СМИ сходили с ума. Новость об убийствах вскоре стала известна всей Америке. Но очень скоро она станет известна всему миру. Потому что убийцей окажется тот, чье хладнокровие потрясет каждого. 15 декабря, около 11:30 вечера, в доме детектива Слота раздался звонок. На том конце провода был дежурный сержант полиции. Он сказал: «Привет, здесь тебя кое-кто ждет. Он хочет поговорить с тобой». Детектив Слот встретил незнакомца на темной стоянке позади полицейского участка. Незнакомец сказал, что у него есть информация, которая имеет решающее значение для расследования по делу семьи Уиттакер. Незнакомец, которого встретил детектив Слот на парковке полиции, был Адам Хип, старый друг Барта. Он рассказал детективу, что Барт обратился к нему несколькими годами ранее с подробным планом убийства его семьи. Это рисунок, который Адам Хип нарисовал для детектива во время их трехчасовой беседы. По нему было ясно, что Адам Хип должен стрелять в коридоре в заходящих в дом членов семьи по очереди, убивая каждого. Ужин – это капкан, ловушка, в которую должны были попасть все члены семьи. По словам Адама Хипа, в план даже входил выстрел в самого Барта с целью обмануть полицию. Барт хотел, чтобы Адам выстрелил ему в плечо. Он должен выглядеть жертвой, а не подозреваемым. Все это должно было походить на неудавшееся прерванное ограбление. На последующем допросе Адама выяснилось, что за убийство собственной семьи Барт обещал приятелю большие деньги. Сам Барт планировал получить их в качестве страховки после смерти родных. Адам знал так много деталей, что полиция не могла поверить, что сам Адам не имеет к этому отношения. Детектив Слот спросил Адама, где он был тем поздним вечером. Парень ответил, что в тот вечер он был на работе. Эта информация подтвердилась. Адам действительно работал. Он находился почти в 400 километрах от страшных событий. Его нахождение в городе Даллас в тот момент зафиксировала камера банка. Детектив Слот попросил Адама позвонить Барту, поговорить с ним на эту тему. Детективу Слоту необходимо было, чтобы Барт в телефонном разговоре хотя бы обмолвился о своей причастности. Адам звонит Барту и говорит, что полиция связалась с ним. Он должен прибыть на допрос. Что ему делать и что говорить?
Детектив Слот просит позвонить Адама позднее еще раз со следующими словами. «Если ты хочешь, чтобы я молчал в полицейском участке о твоем плане, мне нужны деньги». Барт согласился дать все деньги, которые у него были на тот момент. Деньги следовало оставить в почтовом ящике Адама, что Барт и сделал. Тем самым Барт подтвердил, что план все же был. Детектив Слот понимал, что если Адам отказался, то с этой же просьбой Барт мог обратиться к другому своему другу, для которого деньги не пахнут. Детектив Слот решил проверить двух ближайших друзей Барта, это Криса Брашера и Стивена Шампейн. Крис и Стивен работали с Бартом в загородном клубе «Бентвотер» в Конро, штат Техас, в часе езды от пригорода Шугарленд. Барт работал в баре. За несколько месяцев до убийства Барт проводил с двумя парнями почти все свое свободное время. Парни, по их словам, конечно же, ничего не знали и ничего не слышали про план. В то время полиция обязана была сообщить о результатах своей работы, а точнее невероятную страшную правду Кенту. Его жизнь была в опасности, а он не подозревал, что смертельная угроза исходит от его самого близкого человека, ради которого он решил оставаться сильным. Конечно, Кент не поверил детективу Слоту, который лично приехал пообщаться с ним. Барт и Кент жили вместе, их связь была сильнее, чем когда-либо. Они поддерживали друг друга, много разговаривали, постоянно были вместе. Удивительно, насколько безмерно может быть людское лицемерие и подлость. У Кента не было никаких сомнений насчет непричастности сына. Однажды вечером Барт сообщил отцу, что должен увидеться со своей девушкой. Барт обещал вернуться утром на следующий день, но домой он больше никогда не приезжал. Полиция почти сразу обнаружила брошенный внедорожник Барта. Дверь была открыта, машина заведена, а хозяина автомобиля нигде не было. Барт исчез. Он испугался, что полиция вышла на его друзей. Кент обнаружил, что все деньги, которые он накопил за много лет, исчезли вместе с сыном. Он все же продолжал верить сыну, считая, что запуганный парень бежал от подозрений, а без денег это сделать невозможно. Барт просто испугался, но убийств он не совершал, хотя страшные сомнения уже начали закрадываться в его голову. Было назначено вознаграждение в 10 тысяч долларов за любую информацию о Барте. В полицейский участок поступали множественные звонки, но все они оказались бесполезными. Полиция теряла возможность арестовать Барта Уитакера, убившего свою семью. Через 10 дней после побега Барта Кен связался с полицией. Оказалось, он получил письмо от сына следующего содержания. «Отец, так много хочется сказать, но я не могу подобрать нужных слов. Я решил уехать, несмотря на все советы, которые мне дали. Причин моего отъезда множество, и я не собираюсь ждать момента, когда все они обрушатся на меня. Просто знай, что я не могу позволить и не позволю никому пройти через весь ужас следующих недель бок о бок со мной». Я пройду все испытания с Божьей помощью, и ее мне будет достаточно. Если я смогу искупить все мои грехи, я начну все сначала с чистого листа. Знай, я очень люблю тебя, и все, что мне удается сделать с Божьей помощью, все благодаря тебе и всему тому, чему ты научил меня за последние несколько месяцев. Прости меня, люблю тебя, Барт. Содержание письма довольно завуалировано, но Кент рассказал тогда, что понял, убийство совершил его сын. Часть мужчины уже умерла в ночь стрельбы в его родных. Теперь казалось, что он потерял все.
Кент вспоминал, что он опустился на кресло и очень долго плакал. В это время полиция подбиралась к правде все ближе. Детектив Слот попросил Криса и Стивена предоставить то, что полиция называет «пробами запахов». Используя опять же собак, он сравнил эти образцы с доказательствами, собранными на месте преступления. Предчувствие детектива Слота оказалось верным. Собаки указали, что запах Криса Брашера был на ящиках, которые были выдвинуты в ту ночь. Его запах был везде, но что самое важное, запах Криса был обнаружен на оружии, используемом в убийствах. По одному лишь только запаху нельзя обвинить кого-либо. Нужно было признание. Крис на допросе отказывался отвечать на вопросы, очень нервничал. Его речь была бессвязна и обрывиста. Стивен тоже совершенно не готов был делиться хоть какой-нибудь информацией. Но следователи отметили, что Стивен явно морально более податлив. Именно его можно расколоть. Полиция установила прослушку на телефон Стивена. Полицейские специально начали проводить с ним частые допросы. Судя по телефонным звонкам, Стивен начал жаловаться близким, что ему тяжело от такого давления. Он в депрессии и так далее. Полиция точно шла по правильному пути. На это ушло очень много времени, но в конце концов их работа окупилась. Спустя целых полтора года Стивен рассказал, что знает. Он сам позвонил детективу Слоту и сказал, что готов с ним поговорить о чем-то очень важном. Он сообщил, что участвовал в преступлении. Стивен признался, что он был водителем и стоял у дома с выключенным светом. Он слышал все 4 выстрела. Крис Брашер был стрелком, а Барт Уитакер был организатором. После расстрела семьи Стивен и Крис поехали на мост над озером в Конро, чтобы избавиться от улик, которые были собраны в большую дорожную сумку. За все это Барт предложил огромную сумму денег – 10 миллионов долларов, которые они поделят между собой. Но они не получили ни копейки. Кент, узнав эту информацию, сказал, что таких денег нет в их семье. Барт обманывал друзей, и сумма страховки не так велика. Барт признается в будущем, что просто предлагал людям то, чего они хотели больше всего. Через несколько дней Стивен привел детектива Слота к настоящей сокровищнице вещественных доказательств. Он показал точное место, где они избавились от сумки. Прошло еще 3 дня, и в темных водах озера, в этом месте, на илистом дне, команда дайверов действительно обнаружила ее. В ней была одежда Криса, надетая в момент преступления, включая вторую перчатку, боеприпасы, рации, долото для сейфа с оружием. В сентябре 2005 года полиция Шугарленда арестовала Стивена Шампейна и Криса Брашера за убийство Триши и Кевина Уитакера. Но они все еще не знали, где найти Барта. В связи с арестами СМИ снова всполошились. Просьба помочь в поиске Барта транслировалась очень часто. И это принесло результат. В полицию позвонил мужчина, представившись именем Руди Риос. Он заявил, что знает, где Барт, он сам ему помог туда добраться. Руди Риос и Барт вместе работали в ресторане в Хьюстоне, штат Техас. Барт однажды рассказал ему, что на него оказывалось давление со стороны правоохранительных органов. Его подозревают в преступлении, которое он не совершал. Ему необходимо бежать. Руди сказал, что может помочь. По словам Руди Риуса, Барт заплатил ему $3000 за сопровождение. Но когда стало известно о награде за поимку Барта в 10 тысяч, Руди просто захотел, чтобы ему снова заплатили. Итак, Барт направился на юг в Мексику. Он оказался в крошечной деревне, расположенной примерно в 70 километрах от границы с Техасом.
Барт начал свою новую жизнь с примерно 7 тысячами долларов наличными, деньгами, которые он украл из дома своего отца. Он мог немного говорить по-испански. У него была маленькая квартира и работа в местном мебельном магазине. У него также была новая личность. Теперь его звали Руди Риос, имя того, кто его сюда доставил. Он любил пить пиво по вечерам и знакомиться с девушками. И свою работу Барт нашел через знакомство с одной. Работником он был очень хорошим, ответственным и исполнительным. Всем он говорил, что шрам от пули он якобы получил на войне в Афганистане. Казалось, вся деревня приняла его. Он был любимчиком в этих краях. Семья, на которую Барт работал, полюбила его. Барт однажды сказал им, что они его семья, которой у него никогда не было. Он говорил, что был единственным ребенком, что он никогда не любил свою мать, потому что та никогда не любила его. Его мать была проституткой. В течение 14 месяцев Барт жил беззаботной новой жизнью, как Руди Риос. Полиция установила контакт с правоохранительными органами Мексики. Барт был арестован и депортирован на родину. Кент впервые увидел сына после побега в своем городе через пуленепробиваемое стекло. Барт сказал тогда: «Папа, мне очень жаль. Мне так жаль, это я во всем виноват». Кент ответил: «Я люблю тебя и прощаю». В марте 2007 года начался судебный процесс. Барту попался один из самых жестких прокуроров не только в Техасе, но и во всех штатах. Его имя – Фред Фелкман. Прокурор Фелкман уверен, что Барт – социопат, не чувствующий ничего, манипулятор и патологический лжец. Его совершенно ничего не волнует. Он родился таким, а не тяжелые обстоятельства повлияли на него. Прокурор Фелкман намерен добиваться смертной казни. Это уникальный случай. Случай двойного убийства, когда обвиняемого страстно защищает один из людей, которых он пытался убить и у которого отнял все. Кент говорил на суде: «Если штат присудит смертную казнь и в итоге это случится, тогда я снова стану жертвой. У меня погибнет последний член моей семьи». На суде Барту задали долгожданный вопрос, который волновал абсолютно всех. Зачем? Барт до этого говорил, что это не ради денег. Барт ответил: «Я всегда чувствовал, что любая любовь, которую моя семья мне давала, была обусловлена только лишь стандартом. Я ее никогда не чувствовал». Прокурор Фелкман назвал его слова полным дерьмом и заявил: «Нет никаких доказательств того, что эта семья когда-либо сделала ему хоть что-то плохое. Они любили его безоговорочно». Барт ненавидел свою семью, был одержим идеей казнить их. Следователи узнали, что атака 2003 года была не первым случаем, когда Барт пытался убить их. Мы уже знаем про план, раскрытый Адамом, но были еще попытки. В декабре 2000 года Барт обратился к своим соседям по комнате в колледже Уиллу Энтони и Джастину Питерсу. Те даже согласились. Но изначально все пошло не по плану, и парни испугались. Вот только не Барт. К апрелю 2001 года у Барта появилась новая идея заговора. Дженнифер Джаффет, знакомая Барта из колледжа, узнала об этом и сообщила в полицию. Полиция рассказала родителям об этом звонке тогда. Они сказали, что это какая-то неудачная шутка, недоразумение, и моментально забыли об этом. Кент не вспомнил об этом, пока ему не напомнили. Полиция тоже не отнеслась к этому серьезно. Эта информация затерялась. На суде Барт признался, что после случившегося отец стал для него лучшим другом. Кент, в свою очередь, умудрился понять сына. Он говорил: «Я думаю, что он пришел к решению, что ненавидит себя и ненавидит свою жизнь.
На нем было давление идеальности. Он, наверное, подумал, что если его семьи не станет, то он сможет стать свободным и жить настоящей жизнью. На судебном заседании Барт обратился к прокурору. «Неужели вы не верите, что человек действительно может сожалеть о том, что сделал?» Прокурор Фелкман ответил: «Конечно, верю, но только не вы. Я думаю, вы сожалеете только о том, что вас поймали, и теперь вы лишь хотите уйти от смертной казни». Присяжным понадобилось более 10 часов, чтобы вынести решение. Барт Уитакер был приговорен к смертной казни через инъекцию. В течение следующего десятилетия Кент без устали лоббировал штат, чтобы смертный приговор его сына был заменен на пожизненный. Но когда апелляции Барта были исчерпаны, его казнь была назначена на 6 часов вечера 22 февраля 2018 года. За неделю до того, как его сын должен был умереть, Кент, теперь уже вступивший в повторный брак, осуществил последнюю отчаянную просьбу о помиловании в Техасском совете по помилованию и условно-досрочному освобождению. Всего за 2 дня до казни совет вынес свое решение о помиловании. Но окончательное решение должен принять губернатор штата Грег Эбботт. Когда наступил день казни, от него все еще не было ни слова. И Кент пошел навестить своего сына в последний раз. Они дотронулись руками через стекло и попрощались. Барт съел свой последний ужин, его ввели в специальное помещение, уже собирались привязать к каталке, и тут, менее чем за час до запланированной казни, губернатор пощадил его. Кент вспоминает этот момент. «Мы со всеми близкими молились. И вдруг, еще до 6 вечера у меня зазвонил телефон. Мне сообщили, что казнь остановлена. Мы кричали от счастья». Сколько боли причинил Барт своему отцу, но именно Кент до последнего боролся за него и добивался желаемого. Сегодня Барт находится в тюремном заключении в Бивилле, штат Техас. У него никогда не будет возможности получить условно-досрочное освобождение. Вместе со своей второй женой Таней Янглинг Кент регулярно навещает сына, разговаривая с ним через стеклянную перегородку. Крис Брашер получит право на условно-досрочное освобождение в 2035 году, когда ему будет 53 года. Стивен Шампейн уже на свободе. Хотя никто не знает, были ли раскаяния Барта подлинными, его вежливое, дружелюбное поведение за колючей проволокой поразило охранников настолько, что некоторые из них написали письма с просьбой о помиловании для Барта. Страшный, бесчувственный манипулятор опять сумел расположить к себе всех.